Я на Калапатаре. Высота 5643 метра. Я не думала, что это будет настолько тяжело. С последних сил я сюда добиралась. Меня тошнило, мне было плохо. Но я это сделала. Я поборола себя, свои мысли, свою слабость. И если вы соберетесь в этот трекинг, я тоже вам желаю побороть себя. Это круто, это очень круто. Нет слов. А вокруг красота такая, что просто слезы на глазах.